Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня мы откроем вот такой шоколадный шар Чупа-Чупс в серии «Как приручить дракона 2». В этом яйце могут попадаться герои из мультфильма «Как приручить дракона 2». В принципе, на обложке ничего интересного нет. Давайте открывать шоколадное яйцо. Вот такой шоколад вкусный, молочный. Оп. И что нам попалось? Или кто попался? И нам попался дракончик Барс и Вепрь. Для меня это новинка. Вот такой дракончик. Красивый дракончик. Вот, давайте посмотрим. Мне попался вот этот дракон. В прошлый раз, когда я открывала такой сюрприз, мне попался беззубик дракон. Вот такие хорошие драконы, пока мне никакие персонажи людей не попадались. Ну ничего, попадутся. Всем пока, вы были телеканал Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока, пока-пока.